Скажи всем привет, да? Вторая часть у нас. Опа, пролетел как. Вторая часть у нас балета лаечного. Продолжение. Хочу просто, чтобы было в высоком качестве. Да, кабель разугрался. Опа, ушел. Танюха его преследует. Круг. Навстречка. Увернулся. Молодец, Юркий. Танюха удар. Атака. Опа. Сколько рыку здесь. Так, тогда драки, чтобы не доходило ничего. Вот танцы можно. Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Пошел. Так, за машину сейчас вот здесь будет вылетать. Так. На куче. Морды. Что, раздурились? Куда смотришь там? Вон какие щели. Все закрывать надо. Здесь они выламывали. Сходу, вот здесь обелка была, выламывали прям на пролом. Кто-то шел. Тогда. Куда пошли опять? Тайно. Пошакалить хотел пойти. Сейчас буду вас. Сейчас творогу и буду вас кормить. Заберу тачку. Тайно. Бело. Да, я знаю, что. И сразу морду. Все. Молодец. Ой, счастливый побежал сразу на дом. Разворот. А, до творога. Белка. Златка, не осилишь ты его, это кобель. Не будешь ты доминировать будешь, но он будет отдельно от вас, ото всех. И ничего, у него там кукан на месте, можешь не проверять. И колотушки он висят, все нормально. Он же на выставке третий прошел последний раз. Хотя должен был первый идти, но так видит эксперт. У каждого эксперта свои виды. Брык. Ох-ох-ох. Вишня хорошо прижилась. Зацветет. Подрастет. Дизайн распланируем. Дренажи сделаем. Отсыпемся. Да, Танюк, чё, творожку надо? А? Мордахом. Что, повербан? Гуляйте. Что? Ну куда ты прям в камеру-то прям лезешь? Господи, ну. Охранница. Вот еще одна. Вот. Ну все, вы занюхали всю камеру. Идите гуляйте. Тайна. Кошмар, что вы делаете. Небось всю эту.
Что ты там нашла? Кусок пера? Нет там ничего. Подраться еще только. Вот и ханточка. Ханточка пришла. Тань, ну ты тыкаешься прям в камеру. Тайна. Три-то-то, девки, вы выбрали попа. Счастливая, довольная. Это ханта. А, это там лежит. Что-то охраняет. А, игрушку. Ты эту хочешь съесть? Что там охраняешь? Сейчас будет плюс, все растает. Пользуйтесь моментом, гуляйте на снежку. Пользуйтесь, пользуйтесь. Матушка природа вам подкинула чуть-чуть счастья. Чуть-чуть счастья лайком привалило. О, лежит кукушка. А? Ты кукушка? Что такое? Злата. Злата. Не надо ходить шакалить. Сейчас будете кормиться. Что, иди гуляй. А, на место. А, не рыпайся. Ей главное игрушку забыл. Тайна, иди. Иди играй со всеми. Белкуня в последнее время очень охранников включает. Да, гавкнул из-под тяжка. И гудок свой отклячивал. Смотри, коронавирус залетит тебе туда. Угу. Придумали фигню всякую. Лишь бы людям мозги запудрить своим коронавирусом. А под шумок давайте цены поднимать. На бензин, на топливо, на все. И на продукты. Психологическая атака. Интернет-вирус, а не коронавирус. Вот и все. По НТВ такую передачу классную сняли, то что это все по ушам ездит людям. Отвлечь народ от проблем жизненных. Создать другие проблемы, чтобы отвлечь от других проблем. Вот и все. Обидно, досадно, но ладно. Так, Каюр троллит белку. Так, ну что, надо этот вам творожку. Гудок опять. Хотя у тебя пушистый гудок, туда особо-то не заметет. Ты в штанишках, да? Троллит он ее. Доводит ее до инфаркта. Вот так урубец. Каюр, ты хейтер? Танюха модератор, наверное. Давай, делай свое дело, Каюр. Ханта хочет тут под тяжка, под шумок ему ляжечки погрызть. Ну, в снегу уже хорошо. Сережа прижимает, хвост распрямил. Оба, нифига себе. Смотри, как рады снегу. Это значит... Вот откопал еще мячик, само собой. Снежные игры.
Видите, как они себя ведут при снеге, когда снег, и как ихняя погода. Ханта оглушила совсем. И это. Какое настроение у собак сразу. Так, ну что, творогу. Ладно, кормление и творог я покажу на втором канале. На этом. На своем, на кухне. Буду кормить и творожку дам. А здесь пока пусть просто лаечки бегают. О, скорость. Куда? В кольца, два кольца прошел. Это как эстафета какая-то, как эти звезды выступают. А тут атака. Тут другая атака. Тут стыковка. Непонятно, что происходит. Будь здорова. Кашляно. Златос. Погоняла кобеля. Танюха, молодец. Молодец, молодец. Хорошо вам на снежку, да? Она не может понять, что охраняет, уже потеряла сама, видишь? Да? У меня нет. У меня нету. Нету. Златкос. Потихонечку снег идет, ветер стих немного. Вот. Все, они уже начинают рыть травку зеленую и так далее. Ну, ладненько. Я пойду нести разогревать все. А на том канале все покажу. Да? Всем пока.